Рядом. Рядом. У дяди Уокси, все едимы, красавец. Сейчас мы будем с Джейком расчесываться. У нас очень красивая шерсть. Мы с утра такая укрылись, сколько у нас есть. Джейкоб у нас мальчик, ходит. Иногда бывает, он все вот эти вот места себя посылает. Иногда бывает, их нужно размягчать. Да, Джейкоб, ты любишь расчесываться? У нас сегодня очень красивая шерстка. Мы вчера мыли с Джейкобом, да? Принимали душ специальной шампунькой. Вот. И сегодня мы пойдем, наверное, в парикмахерскую, чтобы нам сделали красивую стрижечку, да, Джейкоб? Да, он будет похож на Мишку. Да, Джейкоб станет похож на Мишку. Обязательно. Но мы все равно его так немножечко расчешем, потом у него пух летит. Это несмотря на то, что вчера мы его мыли, учесывали. Все равно пуха много. Красавчик. Вот он так вот и ложится. И мы здесь его животик расчесываем. Животик расчесываем. Чтобы он был пушистенький животик, да? И глазочек. Он лежит вверх. Переворачивай сейчас спиночку еще. Вот сколько у нас пуха. Пуха чувствуется, Джейкоб. Носки можно достать. Да. Когда он... Ой! Ты куда? Кто пришел? Кто пришел? Наверное, слышал. На улице. Ой, кто там пришел? Джейка, смотри сюда. Давай хвостик еще почешем. Почешем хвостик. Вот как красиво. Ой, какой ты красавчик. Какой ты красавчик. Какая ты умница. Ну, смотри.